Цены на квартиры в Сочи не упали. Средняя цена квадратного метра в новостройке около 100 тысяч рублей. Не меньше просят и за вторичку. Вообще цена варьируется от 50 тысяч и выше, в зависимости от района. Тенденции к снижению цен нет, утверждают риэлторы, потому что есть спрос. А связан он с возросшей популярностью Сочи и развитой инфраструктурой обновленного города. Это, наверное, единственная площадка сейчас в России, в которой недвижимость активно продается, активно покупается. Это всесезонный курорт, это единственное место, где можно прекрасно совместить как отдых на морском побережье, так и, если в летний сезон, то прогулки и отдых в горном кластере. Вот. А если в зимний сезон, то, соответственно, лыжи, сноуборд. Каждый день юстиция полностью заполнена, то есть регистрационная палата полна сделок. Основные покупатели жилья в Сочи – это клиенты из других городов. Это либо те, кто переехал в город на постоянное место жительства, либо обеспеченные люди, которые приобретают жилье для отдыха в горах и у моря. Охотно квартиры покупают во всех районах. Сейчас они все практически одинаково развиты. Многие берут квартиры в ипотеку. Сочинцев в списке покупателей совсем немного. Говорят, цены слишком высокие. Наверное, тяжеловато, да. У семьи молодой тяжеловато. Хотелось бы немножко им помочь. Детям приходится помогать. Да, мне кажется, нормально. У нас как бы на Сахалине, в принципе, такие же цены. Дороже. Ну, немножко, немножко, да. Как бы мы вот приехали недавно сюда. Ну, я думаю, нормально. Учитывая город, вполне соразмерные цены. Хочешь жить в Сочи, на море, вполне нормальные цены. Рынок недвижимости в Сочи очень насыщен. Предложения в избытке. Продают и небольшие квартиры от 15 квадратных метров, и пентхаусы по 300-400 квадратов. Любое желание клиента будет реализовано. В ближайшее время, говорят риэлторы, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, цены на квартиры в Сочи снижаться не будут. Могут только расти, как минимум до 2018 года они будут удерживаться на достаточно высоком уровне. Свою роль играет и активное развитие внутреннего туризма и масса крупных мероприятий, которые принимает Сочи, в том числе предстоящий чемпионат мира по футболу. Елена Овсецина, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.